появившийся из раскаленных недр земли, с богатой природой под водой и над ней. Исландия. Будь то суша или море, все обитают посреди величественных пейзажей в тени 200 вулканов. Исландия. Исландия расположена в 900 километрах от скандинавского полуострова, далеко на севере Европы. Остров вулканов изолирован посреди Атлантического океана. Вулканы Исландии не успокоились и до наших дней. Примерно 17 миллионов лет назад раскаленная магма впервые. С тех пор огромная магматическая камера под островом питает лавой трещины, разломы и могучие вулканы. Гейзер Строккуа выбрасывает столб кипящей воды до 30 метров высотой каждые 5 минут. Гейзеры, фумаролы, серные пары — все эти геологические феномены можно наблюдать на Исландии каждый день. Извержение вулкана, напротив, происходит в среднем лишь раз в 5 лет. Середина марта на полуострове Хорнстрандир, на северо-западной окраине Исландии, километров на 10 южнее полярного круга. Единственное сухопутное млекопитающее смогло добраться до острова самостоятельно — писец. Будучи хорошо утепленным, он лежит на хвосте и выдерживает любую снежную бурю. Очень плотный мех позволяет ему выжить даже в ледяную стужу. Маленький лис не может позволить себе тратить энергию зря. Взрослый зверь весит всего 3,5 килограмма. Песцы добрались до берегов Исландии примерно 10 тысяч лет назад, на льдинах. На Исландию накладывает отпечаток береговая линия протяженностью почти 5 тысяч километров. Море здесь повсюду. В Эйяфьорде с глубины в 70 метров и почти до поверхности моря поднимается натечный конус Стритан. Большие косяки сайды и люра, родственных видов трески, огибают подводный дымоход. Исландские моря знамениты своим изобилием рыбы. На полуострове Хорнстрандир конец марта. Песец роется в водорослях в поисках чего-нибудь съестного. Зимой песцы находят себе еду в основном на берегу, при отливе. Своим поднятым хвостом самец далеко вокруг дает понять о своих претензиях на территорию. Для самки пришла пора покончить с зимним покоем. Создание семьи требует участия обоих полов.
Песцы могут без труда проходить много километров за день. Лисица преследует четкую цель. Она приветствует самца покорно и громкими криками. Ее воодушевление, похоже, смутило его, но потом и он приходит в настроение. Любовные игры песцов, снятые впервые. Самка и самец сближаются так только в брачный период. И по лисьим меркам игры у них бурные. Самец, она внимательно следит за родителями и тоже хочет играть. Ее пока еще терпят, но скоро здесь для нее уже не будет места. Хорошо замаскированная тундряная куропатка выживает даже на территории песцов. Имея на ногах перья, она может ходить по снегу, не проваливаясь глубоко. Куропатка была бы солидной добычей для песцов, но она бдительна, и ее трудно перехитрить. Ватна-Йокюдль — самый крупный ледник Исландии. При таянии снега становятся видны узоры из пепла давно минувших извержений вулканов. Перед ледником лежат гигантские груды измельченной горной породы — морены. Ледниковые реки мутны из-за отложений. На их пути нет ни дамб, ни плотин, и они разветвляются посреди широких равнин, образуя множество рукавов. Водопад Европы, где в ущелье срывается 200 кубометров воды ежесекундно. Тысячи тонн... В Вестфирдере, на территории песцов, середина мая. Близится лето. Ночами уже почти не бывает темно. В норе рядом с берегом лисица родила 10 щенят. Малышам всего неделя от роду. Их жизнь сейчас состоит из двух занятий — пить и спать. У матери чешется шкура, поскольку пора сбрасывать зимний мех. А кроме этого, ей надо накормить 10 голодных ртов. В Исландии песцы питаются прежде всего морскими птицами, которые каждый год выводят птенцов на отвесных скалах. Обычно у здешних лисиц в помете меньше щенков, чем у их сородичей на материке. Зато у малышей здесь отличные шансы выжить. Если все пойдет хорошо, то ее потомство без проблем переживет первый год. Прошло 10 дней. Линька лисицы оставляет заметные следы посреди ландшафта. У нее появились проблемы. Ее песца не видно уже несколько дней. Его задача состоит, собственно, в том, чтобы добывать пищу для своей кормящей подруги. На берегу она находит большую треску, которую вынесла высоким приливом. Заметно, что она голодает, а ей нужно много есть, чтобы постоянно вырабатывать молоко. Лисица метит рыбу мочой. Но, несмотря на это, она не сможет долго защищать свою ценную находку от других.
В 100 километрах южнее находится остров Гримсей. Маленький островок — рай для атлантических тупиков. Здесь гнездится 60 тысяч птиц. Они были в открытом море 9 месяцев, и сейчас у них снова твердая земля под ногами и большая компания. С латыни его название переводится как «маленький арктический братец». Пестрый клоунский вид и веселая походка не помешали исландцам отлавливать этих птиц в больших количествах. Его грудка и сегодня подается на стол в качестве деликатеса. Тереться клювами — это часть ухаживания. Тупики моногамны, и каждое лето встречаются у гнездовой норы. Свобода на четырех копытах. Многие исландские лошади бродят по высокогорному плато, где нет изгородей. Жеребята полны энергии. В Исландии обитает 80 тысяч лошадей. Все они — потомки животных первых поселенцев. Чтобы сохранить эту породу, чей возраст превышает 1000 лет, на остров запрещено ввозить других лошадей. И ни одна исландская лошадь, покинувшая остров, никогда уже не сможет вернуться на родину. Середина июня на территории песцов на Вестфирдере. Из 10 братьев и сестер выжили всего 6. Лисятам сейчас 5 недель, и они наслаждаются играми снаружи. Мать возвращается покормить их каждые 3 часа, и ее уже ждут с нетерпением. Заметно, что она измотана. Еды мало. Именно сейчас ей особенно не хватает партнера. С каждым днем малышам нужно. Уже спустя 3 месяца они станут размером с родителей, а их вес увеличится примерно до 3 килограмм. Лисица неспокойна. На ее территорию вторгся чужой самец. Он может представлять угрозу для лисят. Ее пронзительный визг прогоняет его, по крайней мере, в этот раз. На игры у матери совсем не остается времени. Ей снова приходится оставлять малышей одних и отправляться на поиски еды. Летом в бухте Хорнстрандира появляются гости. Тюлени ловят рыбу целыми днями и проплывают при этом сотни километров. После этого они устраивают себе перерыв у берега и всегда не прочь порезвиться.
У логова песцов лисята наслаждаются солнцем и ожидают возвращения матери. Но возвращается не она, а чужой самец. Малышам грозит смертельная опасность. Обычно родители сразу же прогоняют посторонних самцов, но мать все еще ищет еду. Лисята убегают в нору, но против самца-чужака у них нет шансов. Несколькими укусами он, то это выгодно. Лисица уже не сможет выкармливать детей и сбережет силы до следующего года, когда уже он создаст с ней семью. Всего лишь в 2 километрах отсюда, наверху обрывистого берега, живет другая семья песцов. Отца радостно приветствуют. Ему надо обеспечивать едой 6 детей. Как бы лисята не искали у него молока, они не найдут. Если оба родителя заботятся о потомстве, то у матери даже находится время немного отдохнуть. Пара песцов может оставаться вместе и выводить потомство много лет. Но в Исландии это случается в основном лишь в тех областях, где не ведется охота. Для этого семейства будущее выглядит многообещающим, так как у них ими ледники обтесывали целые горные хребты и вырезали в них глубокие ущелья с обрывистыми стенами. Величественный, но негостеприимный край. Здесь живет совсем немного людей. Дальше на юг располагается Брейдафьорд с прибрежными шхерами из 1000 мелких островов. На некоторых из них летом живут люди. В маленьком заливе птенцы обыкновенной гаги. Среди водорослей скрывается много деликатесов для утят. На худой конец приходится нырять и дальше искать под водой. Таинственная Исландия. Здесь почти везде главную роль играет вода, какой бы она ни была, ледяной или кипящей. Кроме страны. В конце марта 2010 года произошло природное явление, которое удивило даже привычных к вулканам исландцев. Лавопад. Вдоль, поддерживая славу страны, как острова вулканов. Это событие назревало давно. В Исландии извержение вулкана в среднем происходит раз в 5. Однако последний случай произошел 10 лет тому назад. Во время красного извержения была почти разрушена долина Торсмьорк. К счастью, вулкан прекратил свою активность через 2, и Торсмьорк остался. Для лошадей это может иметь смертельные последствия.
На... Плотные туманы наползают с Северного Ледовитого океана на утесы рядом с Нарой. Базальтовые скалы, достигающие 500 метров в высоту, обрываются почти отвесно в море. Положение толстоклювых кайр тоже не лучше. Птенец ищет укрытие в перьях родителя, чтобы сохранить драгоценную энергию. Партнер получает ласку, птенец же остается ни с чем. У соседей птенец уже умер. Всего в 100 километрах южнее, в Стейнгримсфьорде, морские течения, где много рыбы, проходят прямо у берега. Тупики живут словно в сказочном краю и приносят своим птенцам уйму пищи. Здесь птицы не тратятся на полеты с неполным клювом. Птенцов выкармливают в земляной норе 7 недель, пока они не станут взрослыми. Однако всего в 300 километрах южнее, на островах Вестманна-Эйяр, птенцы тупиков умирают с голода уже четвертый год подряд. Из-за глобального потепления морские течения меняются. Одни благодаря этому процветают, другие умирают с голода. Начало августа на Хорнстрандире на территории песцов. Детеныши хорошо откормлены, их зимний мех уже растет вовсю и маленькое озеро ниже лисьей норы словно по волшебству притягивает моевок. Птицы вымывают соленую морскую воду из оперения. Только при замедленной съемке становятся видны быстрые движения птиц, и моевки превращаются в изящные произведения искусства. Немного позже, с идеально чистым оперением, они снова отправляются искать еду. Середина августа на юге Исландского плато.
1783 году здесь появилась вулканическая трещина длиной 32 километра. Огромное количество лавы вырвалось на поверхность. Вслед за этим кислотный дождь и облака пепла привели к неурожаю по всей Исландии. От голода умерло 3/4 скота и почти четверть населения. На горячих источниках горы Храпнтиннускер, благодаря умеренной температуре и обилию воды, отлично растут мхи и травы. Пышная растительность привлекает. У нары песцов возня в самом разгаре. Играя, малыши проверяют свои силы и обретают сноровку. В Исландии у 80% песцов голубой мех, и только у 20% он белый. Такая адаптация существует уже много тысяч лет. Песцы с голубым мехом, живущие на побережье, где мало снега, гораздо лучше замаскированы, чем их. Некоторые птенцы пережили тяжелое лето и повзрослели. Они неприхотливы и подбирают с поверхности воды даже самые мелкие кусочки. Скудная пища. Одно из самых знаменитых мест в Исландии – долина Тингвидлир на озере Тингвадлаватн. Плиты расходятся примерно на 2 сантиметра в год. На этом месте, где до Европы и Америки рукой по... Расщелина Сильфра – одно из самых больших чудес природы в Исландии. Вода температурой всего 1 или 2 градуса образовалась из ледников на севере и за время своего многолетнего путешествия по пористым лавовым полям очистилась от всех загрязнений. Там, где разлом выходит на северное побережье, находится лагуна, заполненная водой невероятной синевы. Об этом волшебном месте, не зная, текает чистейшая вода в огромных количествах. Рыбам здесь почти нечем питаться. Подводный каньон — чувствительная экосистема. Конец августа в Вестфьордере. Молодая моевка полностью обессилела. Через пару часов она погибнет от голода. Это первая птица, которую он поймал сам. Но ощипывать перья он уже натренировался. Для юных песцов сейчас время изобилия. Осенью, в конце сентября, страна еще раз заиграет яркими красками. Такое очарование природе, как здесь, в долине Торсберг, придают ивы и березы.
Исландия. Остров эльфов и троллей. Окаменевшие тролли встречаются повсюду. Предания рассказывают, что героям удалось перехитрить злобных великанов. С восходом солнца тролли окаменели и уже навсегда перестали быть угрозой. С весны до осени исландские лошади могут стадами бродить по стране. При этом у них развивается интеллект, сила и выносливый характер. В начале октября их сгоняют вместе на севере острова. В круглом ограждении Ретте лошадей сортируют по их владельцам. С такими упрямыми животными непростая задача направить каждую лошадь через нужные ворота в ее загон. Настроение, как на народных гуляниях, обеспечено. Молодые песцы уже живут самостоятельной жизнью. Сейчас они постоянно лакомятся ягодами черной водяники, богатой сахаром. Холодный ветер дует с севера. Песцы с густой шерстью и хорошо упитанные могут спокойно ожидать приближения зимы. Исландия. Суровая красота посреди Атлантики, созданная мощью земных недр. До сих пор остров сохранил свою первозданность с обрывистыми горами и могучими вулканами. Перевод Елена Акулова, редактор Александр Кривцов, текст читал Владимир Курдов.